В столичном секторе «Ботаника» на улице Зелинского, 26/3, вовсю идут строительные работы. Здесь планируется полностью отремонтировать дорогу, ведущую к школе и к детскому саду. В общей сложности на данный объем работы из муниципального бюджета, то есть на все 15 объектов, выделено 5,5 миллионов леев. Если мы говорим про данный конкретный объект, здесь объем работ стоит 480 тысяч леев. Стоит отметить, что некоторые работы по данному проекту начались еще в прошлом году. Один из таких объектов – дорога и тротуар у лицея имени Михая Греку, где работы выполнены на 80% и завершатся в текущем году. На сегодняшний момент, то есть мы не будем укладывать еще асфальт, потому что в связи с некоторыми бюрократическими моментами асфальта у нас нету. Тем не менее, работы не останавливаются, работы продолжаются. Мы готовим белый вариант. Как только поступит асфальт, асфальт по каждому объекту можно будет уложить в течение одного дня. Мы поддержали этот проект, внесли свои поправки, иначе бы этот проект просто не был бы реализован. Также Александр Одинцов отметил, что после этих работ на «Ботанике» будут благоустраивать территории дворов. Ранее должно было быть 15 дворов, но, к сожалению, из-за вопроса с финансированием будет полностью благоустроено не 15, а 7 дворов. Мы опубликуем чуть попозже эти адреса. То есть полное благоустройство двора – это что означает? Это означает и приведение в порядок зеленой зоны, обустройство спортивной площадки, замена коммуникаций, полностью замена тротуаров, освещения и самого асфальтового покрытия в этом дворе. На сегодняшний день в столичном секторе «Ботаника» первый этап ремонта дорог к учебным заведениям завершен по адресам Прага, 82, Титулеску, 18 и на бульваре Дача вблизи ворот города. Илона Ведрашко, Виктор Дудук, КакчинТВ.